Проверки должны быть всегда. Я всегда за это дело. Потому что если не проверять нашего брата, можно очень сильно потерять в этом отношении. Дисциплины, вождения должно быть всегда. Я уже 15 лет на маршрутках. Ну, бывает, что греха таить. Всякое бывает. И бывает, чуть-чуть нарушаем, и так, и гоняемся. Но так нельзя работать. Потому что конкуренция большая, где машин много. И всем надо план давать. Поэтому. А куда едете? Куда везете? Ну, Мегу, вот. Мегу. Мирный, да? Мегу. Мегу. А имя, фамилия? Шаповалов Виктор Михайлович. И на этой машине сколько по времени работает? Это уже год я здесь. А так я вообще на всех машинах. А вот смотрите на нарушения на ваших коллегах. А чего больше, каких нарушений? Я пью успокоительные таблетки, и мне по барабану, честное слово. И по вождению водителей остальных, вот это, легковых, я уже не обращаю внимания. Очень много косяков, конечно. Ну, что делать?